конце планируют в декабре сделать презентацию как раз компании «Осторожная милиция», потому что гостях компании составляют женщины, политические заключенные 19 декабря, кто сидел в тюрьме 10-15 суток за участие как раз в акции протеста 19 декабря. Про это все как-то забывают, но 102 женщины было арестовано и сидела в том числе во время демонстрации, это не надо забывать. И поэтому вы как раз говорили из 13-й Беларуси вот с Моисеем, что может быть есть смысл не проводить по кусочкам, а сделать общее, как-то объединить там, условно говоря, или сделать неделю, там, например, или еще как-то, ну, просто что-то придумать. Потому что я знаю, что там, например, в Варшаве там то, что они готовили эту выставку какую-то, они там собирались привезти, кто-то еще что-то. У нас очень много информационных. А для этого, как все это отрымалось, повинна працевать команда. Повинен быть пиар-менеджер, повинен быть прессекретар, повинен быть продюсер всего этого мероприятия, который просто правильно расставить все вот эти идеи. Але приезд женщинам – это одна акция. У нас есть 19-го. Снова таки. Треба, как пришли политики. Треба, как мы надруковали правильные плакаты. Треба, как нарешті нашили в этой бело-червоно-белой стене. Это я шил, я уже не ведаю, сколько ночей и сколько у меня это всего. Але это повинно работать профессионалы, не то, что мы, каждый один человек, нечто вот так делать. И в этом выпадку, когда будет информованность белорусской громадскости, белорусской диаспоры, какая тут живет, шведской громадскости, у Алексея была слушная идея, что треба перед бюджетом зробить на 2 тижні выставы во всех научных установах, запросить людей на Старомак 19-го. Але как бы этой выставы зробить, это нам за всем, чтобы забыть про свой бизнес и 2 тижні только в этом заниматься. А это значит не зарабатывать больше на свои семьи. Менавіта за гэтага, калі быў штаб і сумесна каманда людзей, якая займалася, якім даеш праект? Призаключаю. То есть, она будет как бы в первую очередь основана на это поднятие этой проблемы. А можно было бы сделать, я не знаю, с вашей помощью Варшавы. Вот я был вернулся с Варшавы, где мы встречались с представителями всех европейских центров. То есть они предлагают также свою помощь, в плане у всех есть какие-то фотографии. Теперь наше дочинение на иншей белорусской организации. Пожадано, как каждая из них займела некую свою особенную нишу, как не публиковала то, что робить иншие, не заминала, не перешкоджала. И тогда мы будем сотрудничать. Какие-нибудь питания, пожалуйста.